Так, снимаем сбор клуба. Сбор клуба. Значит, вот эти вот три, у нас сегодня три ящика надо перебрать и помыть аквариумы. План такой, план минимум. Они как раз вот тут моются. Вот, здесь сушится уже. Здесь Серега моет. Моем, да. Все моется с этим, с утенком, как я вам показывал. Значит, да, чтобы всех бактериушек убить, вирусов, паразитиков, чтобы ничего не было. Значит, ну, здесь вот что-то. Я вам хочу показать дядю Яшу. Однорукий дядя Яша. Дядя Яша однорукий. Дайте дядю Яшу покажу. Данил, ты сможешь. Дядя Яша. Однорукий. Посмотри, пальцы-то шевелятся. Да. Шевелятся пальцы-то. Ты похож на крабика. В аквариум пока одной рукой. На крабика похож. На этого. Не крабика, а как фильм-то про красного такого однорукого. Как у него такая одна рука толстая такая. Хеллбой. О, ты хеллбой, короче. Точно. Ну, нет, у меня рогов-то нет. Ну и, наконец-то, аквариумы будут без ряски. Ну, не то, что без ряски. Я сюда золотых посажу, и мне дядя Яша ничего не сделает. Он все равно сейчас с одной рукой, что он мне сделает? А я туда золотушек мелких посажу. А что, мелкие нормально попадут? А где ты возьмешь от карантинных золотушек? А, ну, где-нибудь возьму и от карантина, что? Это производ сидит, между прочим. Производ упадет, все. Нет, производ нет. Ничего есть там будет. Нормально будет. Друзья, так вам показываю, что рыбок дофигища. Мальков прям море. Пальмерки, меченосики, клинопятнистые. Дельфин. Вот, да, там сампик новый стоит, вот весь прям. Наполнитель новый. С наполнителем, да, с кипящими слоями, с наполнителем новым, наконец-то я его. В общем, такой вот у нас клубные дела. Этот вот тоже перемытый весь сампик. Здесь тоже разные рыбы. Ну, здесь в основном такая меченосная стойка. Рыбки. Сейчас надо поднабить немножечко. Поднаверстать, потому что все попродавали, ничего нету. Почему крышками разбрасываемся? А дядя Яша пришел, ругается. Да. Ну, вот так вот. Коротенький ролик о том, как здесь все. Все, вот аквариум готов. Я его сейчас буду забирать и класть обратно в ящик. Вот в этот и вот сюда. Всем пока, друзья.